Все, погнали. Это смайт, это Один на соло. Если катка попадает на YouTube, мы ее лайкаем обязательно, ставим пальцы вверх и подписываемся на мой канал. Также погнали. Я как будто монстр, блин, после суток такой, да, что погнали. Погнали, конечно, нихера, сейчас будем вообще разносить. Кто такой ниндзя? Ниндзя — это топовый стример по Fortnite, и сейчас самый популярный стример на Твиче. Да, да, нафиг Твич и Ютуб, когда есть на миксер, да. На миксере у меня тоже трансляция идет, ребят, так что... А сейчас лось не надо. Надо, конечно. Надо лайк поставить на видосы. На все. Ну или хотя бы на это. Подписаться на channel. Так, что мы по Одину у нас? У них вылетел тип, они не паузят. Держу в курсе. Это очень странно. Это первый момент. Второй момент. Против нас будет стоять... А, ну, собственно, против нас тот пацан и должен был стоять, который вылетел. Значит, у нас будет... Наконец-то. Идешь бамбуком, монстр ломать себе будешь. Ну да. Привет, Тарти, как получить загрузочную рамку? Привет, Айтпол. Я видел твой коммент, сорян, что не ответил. Сейчас, насколько я знаю, доступных нет загрузочных. А, подожди, загрузочную рамку. Загрузочную рамку. А какую загрузочную рамку ты хочешь получить? Я просто не знаю. Сейчас, по-моему, к покупке и за всякие бонусы нет никаких доступных загрузочных рамок. Поэтому вряд ли ты сейчас что-то получишь. Купить. А что, сейчас нельзя купить? А, можно только, смотри, командные купить. Вот, сейчас доступны командные. Славянская есть сейчас к покупке? Вот, вот. То есть ее только купить можно, только за донат. Лучше, конечно, задонатить мне. А, есть, можно купить набор симпа и анимешную рамку. Можно получить за набор за локи. Что, можно получить набор от одного кагема. Я просто не в курсе, видишь, они у меня все куплено, блин. Так, ладно, погнали. Видимо, Эрлан Шен сейчас к нам придет. Привет, Барда, как сам? Здоровый, карточка, все отлично. Ты тут, все хорошо. За 300 гемов славянская же. Есть командная рамка, есть паки с герком. Посмотри, сколько всего. Есть в паке с герком, есть славянская. Есть за 300 гемасов славянская. Так что... Все в твоих руках. Можешь сколько угодно рамок купить. Блин, какой трек классный. Кстати, музыку вроде как на стриме нужно погромче, да, делать? Типа не музыку, а вообще вот эти вот звуки. Вот так вот. Вроде они сильно мешать не будут, просто на видео их совсем не слышно. Я не знаю, почему я тройку прокачал. А так могу всех побить, типа. Один очень слабый на первых ловлах, на самом деле. Это очень хорошо, то что пацан-то ливнул и не заходит сейчас. Yes. Yes. On my way. Готов лайк. Спасибо, Кортекс. Блин, какой хороший трек-то. Сейчас эту волну крипов убью. Человек на YouTube просто. Спасибо, Серег, спасибо большое. Можно звание трека узнать? Блин, можно, но не нужно. Ну, в смысле, знаете, что сделаем? Я сейчас... Блять, он кончился. Я сейчас его мотану назад и трансляцию в группу пущу. Посмотри в группе. Там же можно вроде как смотреть, да? Вот так вот. Трек очень крутой, я его, наверное, себе даже добавлю. Как это вот так сделать на моей странице? Так, вот. Все, чекайте на моей странице музыку. Ничего себе. And
enemy has been slain. Ну, типа, мне что остается? Мне только ломать остается вышку чуть по чуть. Ничего себе, Швертпен меня на миксере нашел. Нихера себе. Нихера себе. Спасибо, да не за что. Классный трек, я его себе добавил тоже. Слушай, Кортекс, я не знаю, а кто ливнул. Но у них этот тюр не загрузился, видимо, печаль, беда. Такая себе каточка. Я надеюсь, они через 2 минуты сдадутся, мы нам плюс рейтинг. Ну и дерьмовой каточки не будет, мы новую начнем просто, да и все. Вот видели, был же маркер. О, здорово. Тирпанда увидела ливну, походу, стопудово. Привет, Арти, здорово, шляпник. Здорово, шляпник. Че, братан? Сейчас бы миснуть. Я тебя все равно убью. А, почему нет? Юзнул, да юзнул. Что уж у меня. Плюс сапог все равно бессмысленная катка. А, он загрузился, он загрузился. Стойте, стойте. Не-не-не-не, genius. А. Тогда вот так вот мы пойдем. Ничего себе. Нас еще и выиграют в этой катке, вот увидите. Бай-бай. А, и тут все что-то хотят от меня. Ну давай, давай, что надо? Арт, сними кепку, тебе не идет. Мне не идет кепка, ты шо? Эй, вы чё? Сейчас бы не попасть, я думал, я прыгнул как бы. Ой, прыгнул. Дамаг ему нанес. Да, у нас. Всем привет, Арт, что в кепке? Здорово, Сань. Да не знаю, что-то холодно мне. Бет-победитель. Ха-ха. Блеск лыс не хватает. Че там, Ваня, как дела в Фортнайте? Тима молодцы, да. Катку на ниже тебе обещал? Да, не вообще нихер делать. Да хвер. Ваня, блин, когда ты мне качнешь аккаунт? Никогда, да? Заодно бы статистику мне подправил. Нет же ж. 10 попаданий, 108 за голову. Боже. Мне очень понравился фильм Хан Соло, кстати. Okay. Hey. Be careful, right? Enemy
0.20. Да как бы это не было бы 0.20. Я вот думаю, в говно это играть, поиграть, попробовать. В какое, в смайт, что ли? Ты лучше мне Fortnite качни. Давай, опа. Неплохо, неплохо. Лол, я забайтил? Ну ты состилил мой килл, Алёша. Арак какой-то толстенький. Кого-то, ты видел мой рейтинг? Вагонит тебя. Лол. Кто бы меня повагонил? А, окей. Ошибочное мнение, Ваня, то, что двойку нужно качать. Знаешь? Ой, Ваня, Ваня. Ой, returning to base. Теперь своим ливом сделал не скучиться онлайн. Ну да, сюда все приходят. Тихо, тауэр. Чё, братан, как тебе? Беги на базу, ёпта. Он даже не попытался. Иди поспи. Да потом посплю. Все правильно, вот так вот, Серега, правильно. В атаках. Ну тоже верно, тоже верно. У нее нет спецэмоций, да? Да, смотри. Такая чисто чилаут-катка на этом. Почему Арес у меня все время не смайт не запускается? Это карма тебе. Понял. Ой, блядь, они здесь все. Ну вот за это лайкусик нужно поставить. Вы видели, что я замутил?
Еще и убьет меня. Ну, мог бы убить. Здорово, Юля, здорово. Да, не нужен мне блинк. Бессмысленно. Да, в 6 я готов. Какие в 6, Ваня? Это же рейтинг. Я только рейтинг катаю, Ваня. Если ты пойдешь рейтинг со мной, то пошли. Здорово, здорово. ZX Records. Здорово. Чел, вчера чел сайт говорит, мой ак может уйти за 14к. Плюс 10 баксов за каждую звезду на каком-либо боге. Лол. Пошли. За 14к рублей, в смысле? Нахер оно надо продавать его? Это же ни о чем вообще. Давай драться, давай, придурок. Че он туда побежал, блядь? Тогда я пройду, блин, еще же замедлить могу. Ну вот, прикинь, за каждую звезду, короче. Да, и кто будет у нас бить Gold Fury? Кернон. Блять, Кернон, а? А у тебя что, 17 звезд? Нахуй, что ты врешь? Смайт из щит. Вай. 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 Дай бог тебе здоровья. У них кто-то хилится? Ну да, у них там эти всякие, по-любому это нужно. On my way. Как дела, как выходы проводит народ? Я вот, видишь, работаю на выходных. Бесплатно работаю. Ловите его там. Ну
Дэн круто в кепке смотрится. Ха, спасибо, спасибо большое. Идут они, нет, блядь, это бронза 10, да. Бля, они идут. Там, блядь, варды, наверное, стоят. Без маны бы я там ничего не сделал бы. Сессия, хуеси, у меня переквалификация. Вот это... Беги, Кернон, братан. Гнали вон за тем пацанам, алло. Нет! Кинь в меня спел, кинь в меня спел, пожалуйста. Блять. Один из четырех. Ха. Какого? Я знаете, что хочу? А я не помню, не помню. Хочу трансценденс опять собрать. Блин, Данил, не спамь, пожалуйста, мне в этот... Я же знаю то, что ты на стриме. Не спамь, пожалуйста. Я не буду сейчас в Forest играть. И завтра не буду, и послезавтра не буду. Завязывай со спамами в Steam меня. Типа Форест мы прошли, все, пока нас не тянет туда. Окей. Здорово, Юра. Ну, да на сколько подписан? Ну ты нашел, я думаю. Стаки набиваются на изичек, да? Давай речь кончай. Да это будет уже вторая победа, Вань, не дай бог. Все. Пару игр сбегаем, я покажу, как надо фить. Бабай.